Ничего удивительного нет. Достойнее всех выступил, если говорить по справедливости. И вот, друзья, вторая группа, группа сильнейших, выходит, выплывает на лед. Вот бельгийский спортсмен Йорик Хендрикс, очень будет интересно на него посмотреть. Что... приготовил вот Александр Самарин. Очень надеюсь, что сегодня... Достаточно давно его знаю, на самом вчера деле. Вчера порадовал. Да. Вот Шома Уна. Юля, наверное, лучше знает, что она говорит. О, Семочка. Ну, я просто рада. А это уже мой любимчик, Патрик Чан. Ну, и Патрику Чану рады мы все. А это Джейсон Браун. Костюмчик, конечно, потрясающий. Просто потрясающий. Да. Я волна, новая волна, как бы говорит Джейсон Браун своим костюмом. А вот, собственно, баллы после короткой программы. Сёма Уна ушел за 100. Ближайший преследователь Патрик Чен, 94-43. И Джейсон Браун на третьем месте. Александр Самарин может, конечно, побороться за тройку. Безошибочный прокат ему придется показать, чтобы зацепиться за медали на этом этапе. Ну и это ему по силам. Он очень много работает на тренировках. Бываю в ЦСКА сейчас, и он реально очень-очень пашет. И он огромный молодец. Я очень хочу, чтобы у него получилось все на этом соревновании. И вообще по сезону. Мы, с вашего позволения, прервемся на 3 минуты, на половину разминки, переведем дух перед выступлением сильнейших фигуристов на данном этапе. Услышимся через несколько минут.
Лед опустел. Йорик Хендрикс остается.